Сегодня, 21 сентября, Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит ряд мероприятий, которое началось в 10:45 с проверки системы оповещения «Внимание всем». Далее мы проводили выступление в трудовых коллективах предприятий и отработку плановой эвакуации, где мы проводили не только обучали население, как правильно организовать эвакуацию, но также и работу дежурного персонала в случае какого-то либо происшествия, как они сработают. Сейчас же мы работаем на тематических площадках в областном центре, и также такие же площадки организованы во всех районных центрах, где максимально обучаем основам безопасности, жизнедеятельности и просто повышаем культуру поведения в быту населения. В рамках празднования Единого дня безопасности на площадке у кинотеатра «Беларусь» прошел масштабный праздник. Свои интерактивные площадки представили МЧС, Белорусское добровольное пожарное общество, Департамент охраны, ГАИ «Освод», «Брестгаз», «Брестэнергонадзор», «Красный крест», «БРСМ» и «Белгострах». Здесь можно было изучить правила безопасного поведения, научиться оказывать первую помощь, подать сигнал и включить мигалки милицейской машины, облачиться в спецодежду и поиграть в интерактивные игры. Здесь представлены представители органов внутренних дел, «Освод», «Красного креста», понятно, нашей структуры, газовой службы. То есть имеются площадки, игры, потом различного рода документация, которая позволит детишкам объяснить, показать, почитать, поиграть, попробовать себя в той или иной сфере, ну и, конечно, вспомнить, куда необходимо звонить, как необходимо звонить, на какой номер телефона, ну и, соответственно, как в той или иной ситуации себя вести. Праздник оценили и взрослые, и дети. Полезные мастер-классы, игры на любой вкус, аниматоры и, конечно, выступления кинологов. Участникам хотелось попробовать все. Очень незабываемо, круто. Прикольно. Так, а что сейчас делаешь? Сейчас пытаюсь разобраться, как это все работает. Просто весело, нравится людей смешить, позитив дарить, вот так вот. Так вот ходим, людей развлекаем. Где-то детям раскраски раздаем, а так все хорошо. Завершил Единый день безопасности праздничный концерт на ступеньках кинотеатра, где юные участники праздника пели задорные детские песенки. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, новости Бреста.